Всем добрый день! Меня зовут Ирина Викторовна, и я записываю это видео специально для сайта repetit.ru. У меня высшее математическое образование, и с 1994 года я работаю преподавателем математики. В 2002 году я защитила кандидатскую диссертацию, получила ученую степень кандидата педагогических наук, и с этого года работаю вот уже 20 лет как доцент кафедры высшей математики в различных технических вузах России, а в том числе 15 лет доцент кафедры высшей математики университета ИТМО в городе Санкт-Петербурге. Параллельно я работала также в старших математических классах гимназии и лицея Санкт-Петербурга. Я работаю дистанционно, и мои занятия полностью технически обеспечены. Кроме того, я использую математический пакет GeoGebra для визуализации всех математических понятий, и для удобной организации учебного процесса я использую Google Classroom. Мы можем изучать с вами темы школьной математики, мы можем изучать с вами темы высшей математики, математический анализ, аналитическую геометрию или линейную алгебру. Мы можем улучшать логическое мышление или расширять математический кругозор для всех желающих. С удовольствием помогу вам в изучении этого довольно сложного предмета. Записывайтесь на свой первый пробный урок. Я буду ждать. Ну, на этом все. Спасибо и всего доброго.